Здравствуй, Архангел Михаил. Поступил такой вопрос в нашей школе. Считается, что ожидание порождает беспокойный ум, поэтому их нужно отпускать. Как достичь цели, ничего не ожидая? Вот такой интересный вопрос. Хорошо, поговорим о том, что такое цель. Это событие, которое ты планируешь заранее, проживая эмоции, как будто это уже произошло. Вот если ты проживешь эмоции, как будто это уже произошло, ты тем самым даешь толчок событиям воплощаться. Это требует работы, но люди по своей сути ленивы и, как правило, только вспоминая о поставленной цели, проживают беспокойство, а не уверенность в том, что цель может быть достигнута. Это суетливый ум. Что отличает его от стабильного ума? Скачки и в итоге недоверие самому себе. Поэтому первое правило – вместо суеты привнести уверенность, что именно вот так и не иначе все произойдет. Второе – нельзя ставить себя в зависимость от цели. Вот, например, окно. Ты видишь, что происходит снаружи, но не можешь прикоснуться к этому, но ты наслаждаешься тем, что там происходит. Ведь ничего не случается от того, что тебя нет там, в том мире за окном. И ты не стремишься во что бы то ни стало попасть туда. Нужно научиться быть сторонним наблюдателем, видеть пейзаж, ну вот мы сейчас имеем в виду твою мечту, за окном, но понимать, что в комнате твоей теперешней жизни все так же продолжается существование. И очень круто попасть в цветущий вишневый сад, но если тебе не суждено туда попасть, то ты все это уже видишь. Это я сейчас про мечту. И нет ничего страшного, что ты продолжаешь стоять в комнате. С этой мыслью приходит уверенность в том, что все правильно. Третье. Чтобы попасть в этот сад за окном, нужно сделать определенные действия, пройти к двери и выйти на улицу. Точно так же, что касается мечты, недостаточно представлять, как ты прикасаешься к цветам. Нужно также сделать шаги и приблизиться к вишневому цветущему дереву. И четвертое. Когда ты фанатично стремишься к чему-то, боясь, что этого не случится никогда. Страхи имеют возможность быстро воплощаться в действительность. Архангел Михаил, благодарю тебя, приняла Оксана Камяна.